сооснователь платформы конструкторов роботов и торговых стратегий TSLab. Ребят, всем привет! Вкратце, в двух словах, расскажите, пожалуйста, о себе и чем вы сегодня можете быть полезны для нашей аудитории. Пока Никита подключается, начну я. Меня зовут Константин. Мы занимаемся управлением капиталом клиентов с помощью алгоритмических торговых систем. Меня зовут Андрей. Я один из разработчиков TSLab. TSLab помогает трейдерам автоматизировать свою работу. Да, Константин, Андрей. Всем привет, друзья. Меня зовут Никита. Я являюсь автором канала CryptoWatchmaker. Уже 3 года торгую различными роботами. За это время снято огромное количество обучающих роликов, обзоров, инструкций, экспериментов. Также помогаю не потерять на различных мошеннических схемах. У меня уже более 100 роликов с разоблачением пирамид, хайп-проектов и мошенничества на арбитраже криптовалют. Ну и помогаю бесплатными консультациями тем, кто попал в такую беду. Ребят, я извиняюсь буквально на секундочку, у меня проблема какая-то именно с камерой. Сейчас я ее решу и подключу видео. Конечно. Спасибо большое, ребята, за ваше представление, за то, что вы нашли время, в первую очередь, сегодня поучаствовать в нашей АМА-сессии. Тема актуальная, тема горячая. Я думаю, вы все в курсе, что сейчас большой интерес к алгоритмической торговле, с торговлей роботами, автоматизацией и все, что с этим связано. Прежде чем мы начнем, расскажу о плане нашей сегодняшней АМА-сессии. В первой части Никита расскажет о торговых роботах биржи KuCoin, поделится опытом их использования, лайфхаками, фишками и своим опытом. Во второй части нашей АМА-сессии я передам слово Константину из группы трейдеров White Waters. Он раскроет нам внутреннюю кухню, так сказать, профессионального трейдинга и поделится своим опытом торговли на криптовалютных рынках. Ну и в третьей заключительной части мы послушаем Андрея из TSLab и узнаем его мнение о текущих трендах нашей индустрии. Давайте, пока Никита настраивается, прежде чем мы начнем, у нас будет такой небольшой дисклеймер. Информация, предоставленная во время АМА-сессии, является общей и не предназначена для использования в качестве инвестиционных или финансовых рекомендаций. Второе. Участники АМА-сессии не являются лицензированными финансовыми консультантами, и их работа не включает в себя предоставление финансовых консультаций или рекомендаций. И третий заключительный момент. Перед принятием любых финансовых решений вам следует обратиться к вашему профессиональному финансовому советнику. Биржа KuCoin не несет ответственности за ваши финансовые решения. И еще один важный момент. Airdrop за лучшие вопросы будет только за вопросы к команде трейдеров White Waters. Еще раз большое спасибо ребятам с White Waters за такой щедрый подгон. И мы потихонечку переходим к нашей основной части АМА, к нашей первой части. Отлично, Никита у нас прямо вовремя появился. Начинаем как раз с него. Сегодня он нам расскажет об основных торговых роботах биржи KuCoin, какие подходят для рынка, какие не очень подходят. Ну, в общем, передаю слово Никите. Никита, привет еще раз. Я готов. Спасибо за ожидание, извиняюсь. И также хотел бы извиниться за то, что я приболел. У меня в процессе диалога может появиться кашель или пропасть голос. Так что не судите строго и давайте начинать уже. На самом деле боты KuCoin в свое время для меня стали отличной находкой, потому что предлагали более широкий функционал, чем роботы других бирж. Одной такой отличительной чертой является то, что каждый бот KuCoin запускается на отдельном саб-аккаунте, что дает огромный простор для тестирования стратегий и не только. То есть вы можете запустить несколько роботов на одной и той же торговой паре параллельно и сравнивать результаты их работы. Получается, что таким образом можно довольно быстро подобрать для себя более прибыльную стратегию. Тем более, что минимальная сумма для запуска сеточного бота составляет всего $120. Ну и раз я уже начал про сеточных ботов, давайте ими продолжим. На KuCoin представлены как спотовые сеточные боты, так и фьючерсные. Многие, кстати говоря, неправильно себе представляют, что такое сеточные роботы, ну или вообще торговые боты. Думаю, что это какой-то искусственный интеллект, который сам решает, когда входить в сделку, когда из нее выходить и так далее. На самом деле сеточник – это всего лишь автоматизация процесса, и бот самостоятельно не думает, что ему делать, он просто выполняет заданный алгоритм. Сеточные боты устроены таким образом, что вам нужно выбрать торговый диапазон, то есть верхнюю и нижнюю цену вашей сетки. После этого выбрать количество гридов, если проще, то лимитных ордеров,
И пока цена находится внутри этого коридора, бот будет покупать и продавать до тех пор, пока цена будет гулять внутри вашей сетки. Естественно, вы можете все эти лимитки ставить вручную, но вы не сможете этого делать круглосуточно 24/7. В этом как раз-таки преимущество сеточных роботов. Им не нужно спать, есть, заниматься домашними делами и так далее. Вы задали диапазон, а бот просто зарабатывает, покупает дешевле и продавая дороже. Еще одним преимуществом является то, что эти боты отлично подходят новичкам, потому что не требуют много знаний и денег для запуска. Вам просто достаточно знать, что такое уровни поддержки и сопротивлений. Ну а это самые первые базовые знания, которые вам необходимо изучить после японских свечей, наверное. Ну и таким образом вы уже на старте, на спотовом рынке можете зарабатывать свои 5-15% в месяц, в зависимости от торговой пары и волатильности рынка. Ну, бывает, конечно же, больше, но это все ситуативно и зависит от рынка. Ну и у многих возникает вопрос, может ли бот слить депозит, ну и что произойдет, когда бот вылетит из сетки, ну или цена сильно упадет. Если вы используете спотового бота, что бы ни случилось, вы все равно останетесь с базовым активом. Например, в паре биткоин-USDT базой считается биткоин. Бот просто перестанет торговать, пока цена не находится внутри сетки. Ну а когда она туда вернется, бот снова будет торговать и зарабатывать. Если, кстати, цена ушла выше вашей сетки, то вы полностью распродали всю вашу базу и находитесь в стейблкоине. Сможете смело закрыть бота и зафиксировать прибыль. Так, ну а что до фьючерсного бота, то торговля фьючерсами всегда сопряжена с рисками, но если грамотно использовать риск-менеджмент, money-менеджмент, то вы наоборот будете платить меньше торговых комиссий. Ну а это очень важно при высокочастотной торговле. Так что грамотно используйте капитал и никаких проблем у вас не будет. Если продолжить тему вылета цены из сетки, то у ботов KuCoin есть отличный функционал. Вы можете в любой момент расширить диапазон как нижней границы, так и верхней. Ну и таким образом вы всегда останетесь в рынке и будете получать прибыль. Ну и при этом не только на боковом движении рынка, но и на растущем, и на падающем. Ну а если вы тестировали несколько стратегий и решили выбрать какую-то одну, то просто можете закрыть остальных ботов, а деньги добавить к вашему текущему, лучшему роботу. Ну и что это также можно считать отличительным преимуществом перед ботами других бирж. Ну и, собственно, это еще не все. Смело можно сказать, что уникальный функционал сеточников KuCoin в том, что вы можете реинвестировать вашу прибыль в бота, если хотите постепенно наращивать объем торговли, получать больше прибыли в долларовом эквиваленте. Ну и функцию эту можно включить или выключить в любой момент прямо на запущенном боте. Так, что у нас? Ну и, собственно, KuCoin этими ботами не ограничивается, то есть сеточными. Например, есть Martingale бот или по-другому усредняющий бот. Работает он немного по другому принципу, чем сеточный. Martingale бот также имеет сетку из усредняющих ордеров, но у него только один тейк-профит на цикл. Само по себе понятие Martingale означает увеличение коэффициента стоимости каждого последующего усредняющего ордера. Если первый бот, к примеру, был $1, то при 100% мартингейле следующий будет уже $2, а следующий 4, 8, 16 и так далее. Это позволяет более эффективно усреднить позицию при падении цены, чтобы быстрее достичь тейк-профита. Но это имеет свои риски. При резких обвалах рынка бот может набрать большую позицию, собрать все ордера, уйти в сильно, ну, сильно ниже рынка, да, по цене, но так и не достигнуть цены тейк-профита. Поэтому данный бот сложнее в использовании, чем сеточные боты, требует более тщательного анализа рынка, и за ним нужно более активно следить. Ну а это не очень подходит для новичков. К примеру, с помощью данного бота можно эффективно набрать и усреднить позицию, не выставляя множество ордеров вручную, ну, что тоже довольно удобно. Продолжая тему набора позиций, на KuCoin также есть и DCA-бот. Это бот, который помогает набрать позицию по тому или иному активу с течением времени. К примеру, начался медвежий рынок. Биткоин и другие активы уже довольно сильно упали,
Вы хотели бы начать закупаться, но не знаете, когда и где будет дно рынка. Вы открываете DCA-бота, выбираете актив, сумму, которую хотели бы в него вложить, и разбиваете эту сумму на мелкие части, минимально там $2. Ну и, естественно, выбираете период покупки, например, раз в сутки, ну или другой период можете выбрать. Получается, что если вы хотите инвестировать в биткоин $1000 и выбрали $2 в сутки, то ближайшие 500 дней, выбранное время, бот будет покупать биткоин. Ну и таким образом вы в итоге можете довольно серьезно усреднить свою позицию и получить отличную среднюю цену покупки. Еще я хотел бы рассказать про Infinity бота, бесконечного бота. Это тоже сеточник, но он кардинально отличается по своей стратегии работы. Главная суть этого бота — продать актив лесенкой на протяжении всего роста. Причем, как долго бы этот рост не продолжался. Я расскажу его принцип работы с запуском от текущей цены, без построения сетки вниз. То есть ниже цены запуска, чтобы вас не запутать цифрами, потому что там есть свои нюансы. К примеру, цена биткоина 35 тысяч, а вы запускаете бота на 5 тысяч. Бот закупает на все деньги биткоин и при росте начинает его продавать. Take profit каждой продажи можно установить от 0,2 до 10%. Для примера мы возьмем 1%. Биткоин вырос до 35 350, вы фиксируете $50 прибыли. Актива у вас остается также на $5000, но самого биткоина у вас становится меньше. И происходить это будет бесконечно, долго, то есть пока один сатоши не будет стоить $5000. Ну, который вы в итоге сможете зафиксировать полностью, окончательно. Неплохая, конечно, мечта, да, один сатоши, $5000. Но тут есть один минус. Данный бот не подходит для падающего рынка. Только для бычьего в активную фазу роста. Потому что при падении цены бот все, что продал, будет обратно откупать. К примеру, если цена упадет с 50 тысяч обратно до 35 тысяч, то вы останетесь без прибыли со своими $5000 в кармане. То есть сумма базовой валюты всегда будет равна первоначальной сумме инвестиций, вложенных в бота. Ну и, наверное, последний бот, да, это бот-ребалансировщик. Бот-ребалансировщик помогает накапливать одни активы за счет роста других. Главный принцип его работы — это сохранить одинаковое процентное соотношение между каждым из активов в выбранном вами списке. К примеру, вы выбираете там биткоин, эфириум, солана. Далее выбираете процентный баланс. Например, биткоин у вас 80%, эфира 15%, ну и, соответственно, соланы там 5% получается. И выбираете принцип ребалансировки по времени, либо по проценту роста или падения. Кстати, рекомендую по проценту роста или падения. Диапазоны тут от 1 до 5%. Ну и когда один из активов растет на указанный процент, например, на 1%, то он продается, чтобы купить другие активы в вашем списке. Что процентное соотношение, которое мы выбрали в самом начале, оно всегда оставалось одинаковым. То же самое происходит и при падении. Продаются активы, что упали меньше, чтобы докупить тот актив, что упал больше. Отлично подходит для какого-нибудь альт-сезона, когда выстреливают отдельные монеты. И вы прямо в процессе роста этого альта переливаете его во что-то еще. Ну и, собственно, это основные боты KuCoin. Далее передаю слово Антону. Да, Никита, спасибо за такой подробный рассказ. Сейчас мы переходим к секции вопросов. И мой первый вопрос для тебя будет такой: вот какой бот вообще подходит для текущего рынка? Потому что рынок сейчас непонятный. Куча народа стоит там в коротких позициях, непонятно, чего ожидать. Какое у тебя мнение по поводу текущей ситуации? Ну, для текущего рынка отлично подойдут сеточные боты. То есть с таким функционалом, как у KuCoin, они, в принципе, теперь подходят под любой рынок. Ну и также я бы начал присматриваться к Infinity боту. Лучшее время для его запуска, как я уже сказал, это конец медвежки, начало бычки, вплоть до ее окончания, потому что это, ну, долгосрочный бот. Ну и так как сейчас выстреливают альткоины, можно было бы запустить бота-ребалансировщика с каким-то активно растущим альткоином, чтобы за его счет накопить то, что вам нравится, или то, что вам нужно, тот же биткоин или эфириум. Окей, спасибо, Никит. Константин?
Да, Никита, расскажи, пожалуйста, про свой опыт использования ботов и, например, в прошлом году, что у тебя перформило лучше всего? Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Угу. Ну, те, кто знает мой канал, я очень люблю различные эксперименты. Мы запускали одновременно там лонг, шорт бота, чтобы посмотреть, насколько важно выбрать правильное направление. Мы запускали одновременно десятки одинаковых ботов, чтобы вычислить правильный шаг грида, то есть для максимальной доходности. Сталкивали между собой ботов разных бирж и даже платных платформ. За эти 3 года было очень много экспериментов на реальных деньгах. Ну и все сводится к нескольким моментам. Ну, мне больше всего нравятся сеточники, потому что за ними нужно меньше следить, и они более стабильные. Выбирать монету нужно, исходя из ее диапазона за последний месяц или 2 месяца. Можно построить более стабильную сетку, то есть на долгосрочный период. Даже учитывая это, всегда нужно оставлять дополнительные средства на расширение сетки, потому что тем, кто уверен, что ниже уже не пойдет, обычно дарят второе дно в подарок. Ну и старайтесь строить сетку так, чтобы гридов на продажу было изначально меньше, чем на покупку, чтобы в случае усреднения цены, ну, то есть, чтобы усреднение происходило более эффективно. Ну, и вы получили, естественно, лучшую среднюю цену и, как следствие, как бы зеленые циферки в PNL. Вы даже можете построить более узкую сетку изначально и потом ее корректировать вместе с движением цены. Тут... Извиняюсь. Тут огромные просторы для фантазии и выбора стратегии, ну вот за счет динамического расширения диапазона. Ну а что сказать о доходности, то с 5-7 кредитным плечом на биткоине у нас сделки были там и по 40, и по 50% в месяц. Но это все от волатильности зависит, чем чаще цена гуляет от верхней части сетки к нижней и обратно, ну, тем выше будет ваша доходность. Спасибо за вопрос. Надеюсь, я смог его раскрыть. Никит, скажи, пожалуйста, а вот биржа KuCoin молодцы, они уже какие-то готовые свои роботы выложили, ты их начал пользовать, и, собственно, естественно, возникают все время какие-то хотелки, да, аппетит приходит во время еды. Там кнопочка, сям кнопочка, да, вот объясни, пожалуйста, как вот сейчас с разработчиками этих роботов на бирже KuCoin обстоит связь, как правятся ошибки, как это вообще все взаимодействие происходит? Ну, так как я пользуюсь очень многими продуктами, я вижу, что присутствует на рынке, где есть какой-то интересный функционал, и время от времени мы как раз-таки списывались с Антоном, обсуждали, сравнивали. Я делился своим мнением на примере тех же там конкурентов. Ну, и я считаю, что KuCoin прислушивается, потому что довольно много со временем они добавили, то есть расширение диапазонов, например, можно на горячую, на работающем боте просто поменять диапазон его работы. Такого ни в одной бирже нет, или тот же реинвест прибыли, которого, ну, в принципе, наверное, тоже нет в функционале ботов других бирж. Даже, кстати говоря, на многих платных платформах этого нету. Добавить деньги к уже работающему боту тоже можно только на KuCoin. Так что, да, прислушиваются и делают отличный продукт, который в плане конкуренции занимает, я думаю, что лидирующие места среди биржевых ботов. Ну а про внутреннюю кухню, наверное, больше Антон сможет рассказать. Антон, а давай напнем. Да, кто да, эти окей. люди, где они сидят и так далее. Угу. Да, Никита, спасибо за такую высокую оценку, конечно, очень приятно. Ну, значит, по поводу вопроса Никиты и Андрея, кто эти люди, где они сидят, чем они занимаются, какой бэкграунд. Ну, команда в основном китайская, да не в основном, а 100% команды – это китайские программисты, которые находятся в материковом Китае в основном. Ну, часть еще в Гонконге есть там ребят. Вот. Вообще, как бы поделюсь такими инсайтами работы с китайскими командами, да, из-за того, что существует культурный барьер, существует языковой барьер, приходится вот так вот постоянно быть таким мостом между китайскими разработчиками и между вот такими ребятами, как Никита, профессионалами, трейдерами, блогерами, собирать обратную связь, и потом уже, когда я соберу эту обратную связь, я уже иду к своим разработчикам, и на китайском языке я им это все рассказываю.
Только так можно построить эффективный процесс коммуникации, я вижу, потому что иначе одна сторона будет другую просто не замечать. А настоящий продукт, я считаю, строится на как раз-таки отзывах людей, которым он активно пользуется. И вот, собственно, вот у нас есть Никита, у нас есть еще несколько профессиональных трейдеров. Мы регулярно общаемся, какие-то фишки внедряем, какие-то чуть в дальнейшем будем внедрять, да. Ну, в любом случае, развиваемся и растем. Команда по численности, не помню, упомянул или нет, примерно около там, 15 человек, то есть плюс-минус такая команда. Так, спасибо за ваши вопросы. У нас еще есть вопрос от пользователя к Никите. В чем неоспоримые преимущества в торговле ботами перед торговлей вручную? И какие недочеты существуют при торговле ботами, если таковые имеются? Ну, при любой торговле ручной или ботами есть свои нюансы, преимущества, недостатки. Если говорить про сеточных ботов, неоспоримым преимуществом, наверное, является то, что у них очень низкий порог входа. Как я уже ранее сказал, вам не нужно много знаний, опыта, и даже следить постоянно за такими ботами не нужно. Ну, если у вас достаточно широкий консервативный диапазон. Ну и также, как минимум, нужно знать, что каждому инструменту свое время. Если сеточник в теории мы можем запустить в любой момент рынка, спрогнозировав, то есть, ну, определенный процент падения, там, того же Infinity бота следует запускать строго в определенное время. Ну, либо у вас просто будут лежать деньги, на которые не будет как бы капать доходность. Мартингейл-боты могут быть довольно сложными в настройке и требуют больше опыта, ну и, собственно, времени тоже. А когда этот опыт уже есть, многие могут предпочесть торговать руками. Так что для кого-то боты могут быть отличным стартовым этапом в изучении как бы рынка криптовалют, а кто-то предпочитает и вовсе тратить меньше времени и торговать только автоматизированными системами. Ну, потому что, торгуя руками, вам нужно тратить очень много времени, если вы хотите сделать это своей единственной работой, да? Так что я считаю, что как-то так. Спасибо за вопрос. Передаю слово Антону. Да, Никита, спасибо за ответ. А теперь передаю слово Константину Белову, CEO Whitewaters Capital. Пожалуйста. Так, всем привет. Сейчас я продемонстрирую презентажку, которую приготовил к сегодняшнему выступлению. Так, подскажите, пожалуйста, ребят, видно ли ее? Да, видно. Видно. Прекрасно. Так, давайте для начала познакомимся. Меня зовут Константин Белов. Вкратце, у меня 13 лет опыта в торговле и 5 лет опыта в разработке алгоритмических торговых систем. Если для кого-то это важно, точно так же я являюсь специалистом по управлению ценными бумагами и аттестован нашим центральным банком, соответственно, аттестаты здесь на экране. Немножечко про мой опыт. В 2012 году я выпустился из МГТУ имени Баумана и торговать уже начал на последнем курсе института. К чему мой интерес, моя торговля привела, это к попаданию в проб-трейдинговую компанию. В 2016 году мы торговали американскими акциями, это были NYSE, NASDAQ, AMEX. В 2018 году я впервые познакомился с TS Lab, вот Андрей сегодня представитель этой компании, и тогда я начал заниматься разработкой роботов под рынок фьючерсов. Мои разработки в итоге привели к тому, что в 2022 году я основал вместе с партнером компанию Whitewaters, сервис по алгоритмической торговле для рынка криптовалют. Вот об этом сегодня и пойдет речь. Какие проблемы мы хотим решить в нашем проекте прежде всего? Их две. Первое – это практическое. Криптовалюта очень волатильна, да, то есть все знают, что там биткоин может вырасти за полгода на 200-300%. Но точно так же более опытные инвесторы понимают, что криптовалюта регулярно падает на 90 и больше процентов. И такие люди, уже более осторожные, они задаются вопросом, как получить доходность в криптовалюте и при этом не иметь просадки больше 10%. И возможно ли это вообще? Ответ – да, возможно. И решение этого вопроса – это технологии алгоритмической торговли. Это, собственно, наши разработки. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже, более подробно. Значит, вторая проблема – идеологическая.
Значит, лучшие технологии мира сейчас доступны только элитам. То есть, если вы живете в Индии, Бразилии, России, и у вас есть 50 тысяч долларов, вы не можете прийти, например, в Renaissance Technologies, не можете прийти в Bridgewater Associates, Ray Dalio, и получить от них услугу по управлению алгоритмическими системами. Да? То есть, это доступно только очень-очень-очень-очень богатым людям. Вот. И решение этой проблемы для нас является рынок криптовалют, потому что он не принадлежит никому, и он принадлежит всем сразу. То есть он сам по себе изначально свободен. То есть мы хотим оказывать сервис людям по всему миру и давать лучшие технологии для любого человека в любой точке мира. И инфраструктуру для такой финансовой свободы нам представляет как раз такая биржа, как KuCoin, один из наших основных партнеров, с помощью которых мы осуществляем нашу деятельность. Значит, немножечко сейчас расскажу, как это работает. Есть четыре основных сущности. То есть сам клиент с задачей, есть биржа, есть наши разработки, роботы, и есть мы, профессиональные управляющие алгоритмическими системами. Значит, что нужно, чтобы получить услугу? Клиент просто открывает счет на бирже и настраивает доступы к API. Да, то есть занимает это всего 5 минут. По этим доступам наши роботы могут подключиться к счету клиента и могут осуществлять торговлю. Ключевой момент. Мы и наши роботы не имеем доступа к деньгам клиента на его счету. То есть мы не можем вывести эти деньги, мы не можем их перевести, не списать себе счета. Все деньги находятся в полном доступе у клиента и только у него. Что мы можем и что мы делаем для наших клиентов? Прежде всего, мы обучаем роботов, мы их разрабатываем, мы их запускаем на счету клиента, и мы занимаемся постоянным и полным контролем алгоритмической системы на счету клиента. Это наши задачи, чтобы клиент получил решение своей проблемы с помощью наших технологий. Клиент с нами выбирает просто уровень риска. То есть, например, у клиента есть задача, допустим, получить доходность, не теряя больше 10% капитала от системы алгоритмической. То он при начале работы с нами выбирает уровень риска, с которым он будет работать, и мы разворачиваем торговую систему у него на счету, которая выполнит его задачу. Так. Это что касается, в принципе, базовой работы. Что у нас есть и как мы выполняем конкретно те самые задачи для выполнения задач клиента? У нас есть сейчас разработано 10 алгоритмов, которые работают на счетах клиентов. Просто чтобы понять масштаб, разработали мы за последние 5 лет более 200 алгоритмов, из них только 10 работают на счетах, потому что мы выбрали самые лучшие. И смысл в том, что каждый алгоритм имеет понятную динамику доходности за 5 лет. Да? То есть мы смотрим, как себя ведет робот в течение большого длинного периода времени. И мы понимаем, где он зарабатывает, где он теряет. При этом второй робот работает в другой логике, и он работает по-другому. И в момент, когда один робот, например, вот в этом году, он потерял деньги, второй робот в этом году заработал. То есть они друг друга компенсируют, они никак с друг другом не связаны. И за счет этого мы получаем гладкую кривую доходности, потому что под разные рыночные условия подходят разные статистические закономерности. Это если вкратце про робота. Как мы осуществляем управление капиталом клиентов и как мы осуществляем обеспечение безопасности для клиентов? Значит, основная идея нашего сервиса в том, что каждому роботу выделяется только часть капитала клиента. То есть, например, в этом примере капитал в управлении 100 тысяч долларов. На каждого робота приходится только 10 тысяч долларов. При этом на второй объем денег и деньги второго робота первый никак не залезает. И они абсолютно независимы и разделены. И если клиент выбирает, например, уровень просадки, допустим, в минус 20%, да, то есть по пулу алгоритмов, то каждому роботу выставляется
такая настройка, чтобы он не ушел в просадку больше, чем 20% по конкретно его капиталу. Да, то есть в данном примере робот не может уйти в просадку больше, чем минус 2000 долларов. И для того, чтобы по общему капиталу клиента получить максимальную просадку, каждый из этих роботов должен зайти в максимальную просадку, что фактически невозможно с учетом того, что они работают в разных логиках и в разные периоды времени они зарабатывают деньги. К чему все это приводит? Это демонстрация динамики наших торговых систем в сравнении с биткоином на длинной дистанции с 2017 года по 2023. Вот эта салатовая линия, динамика, это торговля наших роботизированных систем. А зеленая другая линия – это биткоин. Соответственно, в данной модели клиент, один клиент покупает на 10 тысяч долларов биткоин и не трогает его в течение 5 лет. Собственно, вот его доходность. А второй клиент на те же 10 тысяч долларов кладет деньги на биржу KuCoin и подключает алгоритмическую торговую систему. Видим, что через 5 лет разница в доходности составляет примерно 10 раз. Это то, как мы решаем задачу получения доходности. И нужно обратить внимание, что кривая доходности очень гладкая. Чуть больше я чуть попозже расскажу об этом более подробно. Да, если кому-то нужно самостоятельно почитать статистику, у нас все это выложено на сайте, можете посмотреть. Все данные свободно открыты, можете все попробовать самостоятельно посмотреть, посчитать. Что мы торгуем? Прежде всего, это фьючерсы на биткоин и эфириум. Даже неправильно сказал. Не прежде всего, а только фьючерсы на биткоин и эфириум. Почему? Потому что, когда мы проектировали сервис, мы сразу задавались вопросом, а как мы будем работать с капиталами 500 миллионов долларов, например. И никакой альткоин такую сумму в себя не может вместить, скажем так. Да? То есть наша торговая система работает так, что у всех клиентов точки входов одинаковые, да, то есть это как один большой хедж-фонд, только система принятия решений находится у нас на сервере. И таким большим объемом мы не можем торговать альткоинами, поэтому мы берем только самые крупные монеты, это биткоин и эфириум, потому что в маленьких монетах мы будем двигать ее очень сильно цену, уже даже сейчас, и если мы просто по рынку будем заходить в рынок, то ну, монета может улететь там плюс 100% за одну секунду. Как бы. Чтобы этого избежать, мы работаем только с крупными монетами. Почему именно фьючерсы, а не спот? Ключевой фактор – это стоимость торговли на фьючерсах. Она меньше, и, соответственно, результаты роботов лучше. То есть комиссия на фьючерсах где-то в 3 раза дешевле, чем на споте, поэтому результат для клиента получается лучше именно с торговли на фьючерсах. И второй момент – это объем торгов на фьючерсном рынке в 10 раз больше объема спотовой торговли, и это к моему предыдущему поинту, что нам нужно решать задачу, как объем большой рыночный загружать в рынок. Дальше, риски. Очень часто спрашивают вопрос, может ли мой капитал быть ликвидирован, потому что, ну, понятно, что в крипте очень много ситуаций, когда люди теряют деньги. Ответ – нет, не может. Из-за того, как мы выстраиваем работу с рисками, ситуация, когда вы потеряете больше, чем вы выбрали в просадке в изначальной, она просто невозможна. Про систему контроля риска немножко более подробно. Уже сказал, что капитал разделен на равные части, и это основная тематика, это диверсификация по торговым стратегиям. Второй момент – это то, что у нас есть многоуровневая система контроля рисков. То есть, когда мы заходим в сделку, мы уже понимаем, какой там будет убыток, если она пошла не так, и выставляем стоп-лоссы. Значит, у нас есть контроль риска на сделку, у нас есть контроль риска на робота, да, то есть, например, мы понимаем, что вот этот робот, он заходит в такую-то просадку. Если он в нее зайдет, он автоматически просто перестанет работать. И у нас есть контроль риска на пул робота, да, то есть мы понимаем, какой риск несет вся наша система.
И у нас встроены системы наблюдения за риском, как автоматизированные, так и человеческие. Да? То есть у нас есть риск-менеджеры, которые постоянно наблюдают за торговой системой. Дальше. Кто наш клиент и кому мы можем быть, в принципе, полезными? Значит, наш клиент – это человек, который занимается финансовым планированием. Да? То есть ключевой фактор – это то, что он не ждет заработка на рынке. Он ждет приумножения капитала при понятном и контролируемом риске. Да? То есть это один из инструментов инвестиций для него. И аллокация в такую торговую систему, как наша, должна составлять порядка 10-20% от капитала, который есть у клиента. Мы разрабатываем торговые системы, которые показывают долгосрочные, устойчивые результаты. И это ключевой фактор, потому что краткосрочные торговые системы, там, где залетел на месяц, быстро заработал, это как лотерея, попал, не попал. Вот наша задача добиться того, чтобы клиент наш получал регулярно прибыль из года в год и никогда не думал, что завтра он может потерять весь свой капитал. Обратная сторона такой системы – это то, что это не краткосрочная история, и горизонт использования наших торговых систем от 3 до 7 лет. То есть сюда сразу нужно рассматривать работу долгосрочную. Вот. То, что наша система не предназначена для получения быстрой прибыли на рынке, это я уже обозначил и покажу сейчас чуть позже, что и как, почему. Еще раз показываю график сравнения биткоина и нашей торговой системы. Да, то есть сначала обращаем внимание на то, что происходит через 5 лет. И сейчас хочу, чтобы вы обратили внимание, что происходит вот в этом периоде. Да? То есть в самом начале, в первые 2 года работы системы. Я сейчас приближу этот момент. Вот он. Это тот же самый график, только приближенный. Значит, вот как работает наша торговая система первые 2 года. Обратите внимание, что на коротком промежутке времени биткоин в этот момент вырос примерно в 5 раз больше, чем заработала торговая система. А потом биткоин в следующие полгода упал на 80%, а потом еще дальше упал, и в этот момент падение составило примерно 91%. При этом обратите внимание, как происходит динамика торговой системы нашей. Да? То есть у нас нету такого сильного роста, у нас планомерный, маленький, по чуть-чуть, по кусочкам растет капитал. Дальше биткоин начинает падать, но наша торговая система продолжает планомерно по чуть-чуть приращивать капитал. Биткоин продолжает падать, наша система планомерно, спокойно растет дальше. Обратите внимание, что нету больших просадок, то есть просадки все равно присутствуют, да, когда капитал клиента падает, но это несравнимо с тем, какой размах падения базового актива и то, как работает наша торговая система. Вот наш клиент, он хочет вот такую кривую доходности капитала. То есть он хочет спокойно, по чуть-чуть, регулярно прибавлять в стоимости своего портфеля. Вот эту задачу мы прежде всего хотели решить и решаем нашим сервисом. Мы для того, чтобы выполнить нашу задачу, естественно, самостоятельно все это сделать мы не можем, поэтому мы работаем с лучшими партнерами, такими как KuCoin, да, то есть это одна из самых технологичных и надежных криптобирж в мире, да, то есть у них очень классно настроены API-ключи, да, то есть мы тестировали различные биржи, и KuCoin делает одну из лучших интеграции с алгоритмическими системами, да, то есть отклик очень быстрый, никаких падений, и это именно то, что нам нужно для осуществления нашей деятельности. И второй наш ключевой партнер – это TS Lab, это визуальная среда для программирования роботов, собственно, тоже Андрей здесь чуть попозже расскажет свои мысли дальше по проекту. В TS Lab мы реализуем программирование всех наших торговых систем. Дальше на практической части я покажу более подробно, как это все работает и в чем основные преимущества и фишки TS Lab. Давайте перейдем к практической части. Сейчас я вам покажу реально то, что мы наблюдаем в моменте, когда работаем с торговыми системами. Скажите, пожалуйста, видно ли сейчас график терминала?
Видно? Да, все отлично. Видно, видно. Супер. Соответственно, что я сейчас показываю? Это и есть тот самый TS Lab. Вот именно в нем мы программируем все наши торговые системы и все наши роботы. Значит, что вы сейчас наблюдаете? Это запрограммированная, скажем так, визуальная демонстрация, как торгуют наши роботы за последние 2 года. Сверху вот эта часть – это график P&L, то есть profit and loss, сколько мы заработали в процентах за эти 2 года. Снизу – это график просадки. Значит, когда идет падение капитала в самом начале, ну, не в самом начале, в любых падениях капитала, снизу машина считает, какую просадку мы в момент получаем. И вот сейчас, например, обратите внимание, мы недавно сделали новый хай, да, то есть мы побили предыдущий хай, и было у нас 65% доходности на капитал, то сейчас рынок консолидируется, мы начали заходить в просадку, и сейчас просадка составляет 4,3%. И еще следующий ключевой фактор – это то, что за последние 2 года просадка капитала по всей торговой системе не превысила 9,5%. Обратите внимание, при доходности 60, 9,5% была максимальная просадка по пулу алгоритма. Значит, откуда берутся вот эти все данные, по которым строится этот самый график? Сейчас я покажу наших роботов. Да, то есть вот то, что вы наблюдаете, каждая строчка – это робот. И сейчас я открою одного из них, покажу. Вот, например, это робот, который торгует, и TS Lab обсчитывает его результаты, и как раз данные эти попадают вот в график нашей доходности за 2 года. Смотрите, например, этот робот 16 октября взял покупку биткоина по 28500 примерно. Эту позицию он держал около месяца, и 14 ноября он вышел из этой позиции, зафиксировал вот этот самый рост, эту самую прибыль. И дальше он по своим алгоритмам открыл еще одну позицию. И вот он ее сейчас до сих пор держит. То есть сейчас биткоин торгуется в районе 37700. Он держит эту самую позицию, этот лонг, и стоп у него стоит сейчас 35613. Значит, это реальная работа робота вот нашего в торговой системе. Сейчас я хотел бы немножко рассказать более подробно о TS Lab и в чем его преимущество. Плюс хотел бы рассказать про машинное обучение и как мы это используем в торговле. К слову, когда наш робот открывает позицию в любой точке, да, мы ему здесь не подсказываем. Это вот то, что Никита говорил, что искусственного интеллекта нет. Здесь машина принимает решение самостоятельно. Мы никогда не вмешиваемся, если нет никакого какого-то стрессовой ситуации, что что-то происходит, когда нам нужно вмешаться. Если этого не происходит, то мы даем торговать роботам самостоятельно, и они показывают результативность намного выше, чем люди. Вот. То есть здесь все робот делает самостоятельно. Мы никаких изменений в его торговлю не делаем. Единственное, что мы делаем, это наблюдаем за ним, и периодически мы его переобучаем. Как мы это делаем, сейчас я продемонстрирую. Значит, функционал TS Lab и в чем его интерес для любого трейдера, скажем так, который хочет разобраться в роботостроении. Основной интерес данного терминала – это в том, что вы можете программировать роботов, и для этого вам не нужно владеть знаниями там, C-Sharp, Python и так далее, то есть любых языков программирования. Вы можете использовать внутренние встроенные функции TS Lab и программировать буквально вот такими просто кубиками. То есть, например, позицию «открыть по рынку», мы кубик сюда приносим, вот у нас робот откроет позицию по рынку. Здесь запрограммирован простой робот, да, то есть по торговой системе, которая пересекает скользящие средние, да, то есть вот они у нас здесь скользящие, пересечение, открытие позиций, то есть этот робот спокойно за 8 кубиков программируется, и что нам может сделать TS Lab? Например, вы нашли торговую систему где-то в интернете и хотите понять, а как она вообще отрабатывает, стоит ли ее торговать. Вот вы ее реализовали с помощью кубиков,
А дальше TSLab вам ее отторговал. И вы на графике, например, здесь это график эфира, можете видеть, где робот бы покупал, или вы бы покупали руками, и где он бы продавал. Вот в данном примере у нас пересечение скользящих средних, 20-е и 100-е, когда быстрое скользящее пересекает медленную, то робот берет покупку в лонг, например. Когда в обратную сторону происходит, робот закрывает лонг и открывает шорт. Что дальше может нам сделать Tesla? Вот он отторговал, при этом вы можете получить данные, например, за несколько лет торговли и посмотреть, как, собственно, он отперформит. И он вам покажет всю статистику, да, то есть, например, за 2023 количество сделок было бы 117, и прибыльных сделок было бы 3%. То есть подробную статистику Tesla вам покажет. При этом давайте посмотрим на график доходности. Хотели бы вы торговать с такой торговой системой? Вот если при первичном приближении, то, скорее всего, нет. Потому что после первого месяца вы видите очень сильная просадка, да, из которой мы постоянно никогда не выходим, условно. Да? То есть это график доходности. И такая торговая система, в принципе, не очень интересна для использования. И теперь к самому, к самой магии того, что может сделать Tesla. У него есть очень классный, мощный движок, который позволяет задавать вопросы машине, а как правильно нужно было торговать. Коллеги, у кого-то микрофон включен, не могли бы выключить? Вот слышно шумы. Спасибо большое. Спасибо большое. Помогите, пожалуйста, там заглушите человека. Спасибо. Да, продолжаю. Значит, в чем магия? Вот обратите внимание на график доходности. Торговая система совершенно неинтересна в данном виде. Мы делаем запрос машине и спрашиваем, а можно ли данную торговую систему торговать как-то более эффективно. Машина нам говорит, мне для этого нужно проторговать 10 тысяч раз. Вы просто вдумайтесь. 10 тысяч раз проторговать последний год. Мы нажимаем кнопку, я делаю это прямо при вас. Нажимаем старт. Проходит буквально одна секунда, и он проторговывает 10 тысяч раз и дает вам данные о том, как правильно и лучше всего торговать торговую систему. И давайте посмотрим, как поменяется график доходности, когда вы спросили машину. График доходности поменялся кардинально, и в этой торговой системе вы бы уже зарабатывали. При этом для того, чтобы посмотреть на торговую систему, вам понадобилось всего один клик, и вы получили результаты 10 тысяч проторговок. Это техника машинного обучения, и мы так делаем со всеми нашими роботами, мы их обучаем. И сейчас я бы хотел показать внутреннюю часть робота, который работает на... Даже покажу сейчас его торговлю. Вот, собственно, это торговая система. Видно, где он покупал, где продавал. Например, сейчас он держит эфир прямо в моменте по 2000, примерно 47. У него стоит первый take profit по 2089 и стоп-лосс по 2002. Значит, сейчас мы заглянем внутрь этого робота и посмотрим, как он был запрограммирован. Вот, обратите внимание, вот это то, как запрограммирован наш робот. То есть для неподготовленного человека сделать сильного классного робота – это трудозатратно. Да? То есть вам нужно обладать пониманием трейдинга, у вас должен быть опыт в работе с ручной торговлей, прежде чем вы сможете делать классные торговые системы внутри TSLab. Но если у вас есть желание торговать алгоритмами, и у вас есть время и опыт, то TSLab позволяет вам реализовывать практически все ваши идеи без знаний программирования. Да? То есть это просто потрясающая и великолепная машина для зарабатывания денег. Так, с практической частью, в общем-то, я закончил. Дальше вернемся к презентации. Так, видно ли презентацию? Подскажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Видно, отлично. Про наш сервис. С чего мы зарабатываем и как мы берем оплату за наш труд? У нас есть два типа комиссий. Это комиссии с прибыли
и это комиссия за управление капиталом. С прибыли мы получаем, мы выставляем счет на 20% прибыли, которую генерируем по счету клиента. То есть было у вас 10 тысяч долларов, стало 15, соответственно, мы выставили счет на 20% с чистой прибыли, которую сгенерировали на вашем счету. И мы берем 2% за управление, независимо от результата. Да? То есть это 0,5% в квартал. И расчет наших услуг происходит раз в квартал. Раз в квартал мы выставляем вам счет. Еще раз обращаю внимание, что средства хранятся на вашем счете на бирже, и мы не можем никаким образом на них повлиять, вывести или даже снять себе оплату. Поэтому мы выставляем счет именно вам, вы нам его оплачиваете, и мы продолжаем дальше работать. Дальше. С каким капиталом мы работаем? Основной капитал клиентов для нашей торговой системы – это клиенты с капиталом от 10 тысяч долларов, которые аллоцируют деньги для того, чтобы получить понятную доходность в течение года. На тестовый период можно подключиться от 1000 долларов. Объясню сейчас, почему не 100, да, например. Вот смотрите, у нас в торговой системе работают 10 роботов. И капитал разделен в равной части на каждого робота. Если это 1000 долларов, например, в смысле, если это 100 долларов, то каждому роботу мы выдали бы 10 долларов в управление. При этом один ордер, чтобы взять биткоин, фьючерс на биткоин, на кукоине, это 40 долларов позиция. То есть это чисто техническое ограничение, что мы не можем работать с капиталом меньше 3000 долларов. При этом даже с 1000 долларов минимальная просадка возможна – это 30%. А вот если работать с капиталом от 3000 долларов, то мы уже можем гибко настраивать торговую систему и делать просадку под запрос клиента. То есть мы можем настраивать просадку 10%, например, 20%, как вам будет удобнее работать с системой. С 1000 долларов это только 30% просадка. Это точно так же из-за технических ограничений, которые есть на бирже. Дальше мы работаем с клиентами от 10 тысяч долларов. Тестовый период составляет полгода, так что спокойно можно зайти и на небольших капиталах попробовать, потестировать, посмотреть. Дальше классным историям про подарки. Значит, для всех участников сегодняшней АМА-сессии мы дарим бесплатный менеджмент фи на год для первых 10 клиентов. Для того, чтобы получить это, нужно будет сходить к нам на сайт и оставить заказ на подключение и ввести промокод KuCoinAMA1123 для всех клиентов с 11 клиента и выше. Нулевой менеджмент фи будет на полгода. Это наш сайт основной, whitewaters.io. Заходите на него, нажимаете «Начать инвестировать», вводите, смотрите инструкцию, вводите ключи, которые нужны для подключения торговой системы, вводите промокод KuCoinAMA1123 и получаете бесплатный менеджмент фи на год. Для контактов, те, кто захотят подключиться, у кого что-то будет не получаться или какие-то вопросы по торговым системам, по статистике, по любым вопросам именно торговой системы, нужно обращаться сюда. Это Telegram, WB Robots. Здесь наши менеджеры ответят вам в кратчайшие сроки. Мой личный Telegram – это Белов Константин. Пожалуйста, обращайтесь, тоже подскажу по любым вопросам. Основной наш сайт – whitewaters.io. В принципе, я на сегодня закончил. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы. Константин, спасибо большое за такую по-настоящему профессиональную презентацию. Все было очень интересно. Здорово, что была и теоретическая часть, и практическая часть, что мы изнутри действительно посмотрели, скажем так, изнанку вот этих роботов, и что оказывается, чтобы пользоваться роботами, не нужно там обладать, да, какими-то там навыками в суперпрограммировании. Вот это вот кубики TSLab очень наглядно, очень интересно выглядят. Переходим к вопросам. Микрофончик у кого-то? Так, Константин. Нет, все нормально. Если я, например, консервативный инвестор, вот у меня такой вопрос, и я хочу зарабатывать, например, ну, допустим, 10 тысяч долларов в месяц с минимальным риском, какая будет ваша стратегия использования
вашего, ну, капитала, моего капитала, да, чтобы приносило мне 10 тысяч долларов доход. Используется ли реинвестирование, используется ли сложный процент, как это все происходит, на каком этапе? И вот хотелось бы узнать про стратегию для получения вот такого пассивного дохода в районе 10-12 тысяч долларов в месяц, и как именно вы будете заниматься своим делом. Хороший вопрос, спасибо большое за него. Значит, смотрите, прежде всего, что хочется сказать, это то, что если мы говорим про инвестирование, то нужно уходить от мышления месячной доходности, потому что это так не работает. Каждый месяц трейдинг не приносит деньги. То есть здесь нужно думать на доходность в рамках года. И в рамках года соотношение риска к доходности примерно 3 к 1. Да? То есть если мы, если клиент выбирает просадку, например, минус 10%, да? То есть вот он минус 10% выбрал, то в конце года мы ожидаем 30% доходности. Вот отсюда можно считать цифры для твоего вопроса. Если мы хотим условно 120 тысяч долларов в год получить с капитала, да, то при просадке 10% нам нужен капитал, ну, примерно 500 тысяч долларов для, это с учетом нашей комиссии, да, то есть мы сделали свою работу, комиссию забрали, клиент чистыми забрал себе 120 тысяч долларов. Примерно вот такие цифры получатся. По поводу реинвестирования, это уже отдельный вопрос. Значит, да, реинвестирование в торговых системах используется, но оно начинает работать на горизонтах от 4 лет, потому что сложный процент, он, ну, долго накапливается, пока он начинает что-то влиять. Но в конечном итоге он, ну, приближает доходность к экспоненте, да, то есть очень быстро начинает расти, как раз из-за сложного процента. Да, наши роботы используют это, причем в роботах используется очень умная система контроля рисков внутри робота, кроме того, что контролируется риск на сделку. Если робот в моменте, например, в рынок попадает и зарабатывает, он начинает брать больше объема и риска, потому что он подходит под текущий рынок. Если он теряет сейчас, он начинает автоматически снижать объем и брать меньше риска в торговую систему. Сам в себе робот понимает, как это делать. Вот. В принципе, наверное, ответил на вопрос. Да, все, спасибо. Никита, может быть, у тебя есть вопрос к Константину? Да, меня вот такой вопрос, наверное, интересует. По какому принципу происходит расчет прибыли, который нужно отдать платформе каждый квартал? К примеру, если в первый квартал прибыль была, то есть я отдал 20%, а во второй у нас просадка, то есть прибыли нету. Сколько я должен буду заплатить в таком случае? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Значит, мы рассчитываем прибыль по методу High Watermark. Что это означает? Это означает, что мы берем прибыль с клиента только если мы сделали ему больше денег, чем у него было при заходе в сервис. Например, у вас стартовый капитал 10 тысяч долларов. Соответственно, мы за квартал заработали вам 5 тысяч долларов. Мы выставляем счет на 1000. Соответственно, у вас high watermark 15 тысяч долларов. Вот пока у вас выше 15 тысяч долларов какой-то следующий период не будет в торговой системе, мы комиссию с прибыли брать не будем. То есть, например, если в следующем квартале было минус 1000, и было 15, стало 14, то мы с прибыли комиссию не берем. Тогда мы берем только комиссию за управление, это 0,5% в квартал. Вот. Соответственно, если в следующем квартале, допустим, система заработала вам 2000 долларов, и изначально было 15, стало 16, то вот мы возьмем только с 1000 долларов. И с разницы между максимальным значением вашего капитала. Я понял, спасибо. Давайте я тоже вопрос у меня такой. Из двух частей состоит. Вот, Кость, смотри, а есть какая-то вот градация? Смотри, а в одном случае я молодой человек, мне 20 лет, я только выпустился там из института, и мне хочется... Понятно, что денег нет, да? Соответственно, раз денег нет, хочется рисков побольше, ну и доходности, соответственно, побольше. Да, это один случай. Второй случай, допустим, мне 40 лет, да, там 40+. Соответственно, хочется рисков поменьше, ну и, видимо, доходности поменьше, да.
То есть вот когда к вам обращаются люди, да, вот вопрос можно свести к банальному – пенсия. Да? То есть вот Антон уже выяснил, да, что нам нужно где-то там полмиллиона, грубо говоря, долларов, чтобы как-то плюс-минус какую-то достойную пенсию получать. Теперь вот скажи, да, какие доходности будут для риски и доходности для первого случая для студента и какие риски и доходности будут для второго случая для человека, который хочет получать, скажем, пенсию, да, потому что это разные люди, разный как бы опыт у людей и разные задачи они решают сейчас в своей жизни. Подскажи, пожалуйста, как это все будет выглядеть? Спасибо большое за вопрос, очень интересный вопрос. Значит, смотри, что мы можем делать и делаем для клиентов. Изначально мы находим статистические закономерности в рынке. Да? То есть мы понимаем, что нужно делать в рынке, чтобы получить доходность. Дальше мы можем гибко настраивать наши торговые системы, чтобы получать различные уровни просадок. То есть, например, при первичном заказе клиент нам говорит, я хочу просадку не больше 10%. Соответственно, мы настраиваем роботов на его счету таким образом, чтобы они никогда в 10% не ушли просадки. А если это более агрессивный клиент, который хочет просадку, допустим, там 30% или даже 40%, мы можем это сделать и просто берем больше объема на ту же самую торговую систему, но она никогда не уйдет в просадку больше, чем клиент выбрал изначально. Вот, в принципе, и несет. А скажи, пожалуйста, но обычно клиент, когда приходит, он всегда говорит, я ничего не знаю, знать не хочу, сделайте мне хорошо, да? Вот вы предлагаете, вы как-то с ним разговариваете или вы идете на поводу? То есть это важный такой момент. Подскажи, пожалуйста, как у вас это все происходит? Если у клиента есть вопросы, то он может к нам написать в Telegram спокойно, да, и проконсультироваться о том, как лучше использовать сервис. Естественно, мы спрашиваем, какие риски, на что он готов, и под его риск уже настраиваем торговую систему. В принципе, наверное, и все. Хорошо, спасибо за вопросы, за ответы, Константин. Сейчас переходим к такой, наверное, самой интересной части для наших подписчиков, для наших пользователей. Это вопросы от пользователей, которые будут вознаграждены аирдропом от White Waters. Итак, я сейчас зачитаю вопросы, у нас их 5 штук. Поехали. Первый вопрос от пользователя с ником Калахарин. Вопрос. Как вы подходите к индивидуальным финансовым целям клиентов при разработке стратегии? Есть ли возможность настройки под конкретные потребности клиентов? Спасибо за вопрос. Уже частично ответил на него. Мы гибко настраиваем торговые системы под запрос клиента. Они не разрабатываются, да, то есть при разработке стратегии мы не ставим себе цель получить какой-то, ну, какую-то цифру для клиента, потому что есть рынок, который определяет, сколько мы можем забрать, а сколько не можем забрать. То есть рынок первичен, ему не важно, какие у нас цели. Однако мы начинаем в этот момент понимать, а что мы можем забрать. И исходя из этого, мы можем настроить для клиента статистическую торговую систему, и в зависимости от того, какой риск клиент захочет себе взять, мы так адаптируемся к рынку и настраиваем роботов у него на счету. Окей, спасибо. Переходим ко второму вопросу. Второй вопрос от пользователя с ником EFIM-COD10. Насколько мне известно, White Waters Capital – это проект относительно новый, поэтому хотел бы узнать, каковы ваши планы по развитию? Есть ли намерение выходить на уровень международного масштаба? Или пока что позиционирование основано исключительно на рынок СНГ? Хороший вопрос, спасибо большое. Значит, когда мы создавали проект, прежде всего мы смотрели на зарубежные рынки, да, то есть мы не хотим просто ограничиваться русскоговорящей аудиторией, поэтому, например, в текущий момент мы уже открыли компанию в Калифорнии, вот, и мы ведем переговоры с биржей Coinbase для того, чтобы мы могли развернуть торговые системы у них с биржей и работать с рынком США в том числе. Вот.
Точно так же, ну и на другие рынки зарубежные смотрим. Окей, ну, получается, хороший задел для АМА в нашей основной группе на английском языке, в будущем есть потенциал. Хорошо, переходим к следующему тогда вопросу. Вопрос номер 3 от пользователя с ником Hasagi Warrior. Вопрос. Как ваша платформа справляется с волатильностью рынка и как это влияет на торговлю на KuCoin? Отличный вопрос. Если не против, я покажу это в реальном времени. Можно? Конечно. Так, сейчас, секундочку, я покажу экран. Вот смотрите, робот, которого я показывал уже, да, по поводу волатильности. Если вкратце, то волатильность – это наш друг. И я хочу показать здесь основные моменты волатильности в рынке в 2023 году. Например, в 2023 году, в начале года, был такой стрессовый момент для всего рынка, когда начали банкротиться банки в США. И вот этот момент в марте 2023 года, когда банкротился... Ребята, картинку все видят? Да, у меня тоже не проявилось. Видно? Кость, честно говоря, я не вижу картинку. Нет. Я вижу график. А, Никита, видишь, да? Да, и сейчас вижу. Интересно, ребята, у меня нету. У меня тоже нет. Никит, у тебя как? Проявилось, но там с телеграммом на заднем фоне. Теоретически, мне кажется, могло бы помочь, если бы Константин отключился от сессии и подключился снова. Ну, давайте попробуем. Да, давайте сделаем так, потому что ребятам тоже вижу в чате не видно. Спасибо всем за обратную связь. Тогда, Константин, переподключись, пожалуйста, ждем тебя. А, продолжим Антон, тогда. Перейдем. Давай, я начну. Да, я начну, Костя подключится, и мы тут вопрос тоже размотаем, да. Значит, смотрите, меня зовут Андрей. Я, собственно, тот человек, один из тех людей, да, который сделал TSLAP, и Костя сделал там основную сложную работу за меня, да, он показал, что такое TSLAP, как на нем что-то делать и так далее. Ну, я считаю, что это принципиальный момент, и хвалить свое болото, наверное, как-то некрасиво. Костя молодец. Вот, а я, собственно, расскажу некую предысторию, как это все получилось, да, и, значит, Костя показал аттестат свой, да, я бы хотел прокомментировать эту всю историю. В 2002 году я закончил Бауманку, да, и у нас тут уже два, получается, Бауманса, да, рассказывают. Это, в общем-то, хороший показатель. Вот, и, собственно, там история такая. До 2002 года я поступил в Бауманку, работал программистом, закончил Бауманку и начал, собственно, вертеть лицом по сторонам и, собственно, пошел трейдинг. Да. В Финаме я закончил курсы, там мне рассказали про две кнопки вверх-вниз купи-продай, да, и, собственно, началось. Дальше по классике, соответственно, 50% депозита я слил в первые полгода, да, и дальше возникли вопросы в голове, да, наверное, что-то не так происходит. Вот, соответственно, так как вокруг было куча программистов, и я, собственно, озадачил там двух-трех, получился некий софт, который помогал мне торговать, автоматизировать, и, в общем-то, начало получаться. Соответственно, следим, да, вот 2002 год я начал торговать, к 2007 году как бы нос задрался настолько высоко, что я решил уже с работы по найму уволиться, да, и прежде чем увольняться, я пошел, и так же, как и Костя, да, получил аттестат ФСФР 1.0. Что такое аттестат ФСФР 1.0? Это федеральная служба по финансовым рынкам, она уже не существует. Значит, когда вы получаете аттестат, потратил я где-то полгода на эту всю историю, когда вы получаете аттестат, вам рассказывают, как работает брокер, как работает биржа, ну и много всего интересного, да, но самое главное вам не рассказывают, как там зарабатывать деньги, да. Почему? Потому что они про это ничего не знают, да, то есть они, грубо говоря, могут вас аттестовать, могут вам рассказать. У них задача одна – регулировать всю эту историю. Как там зарабатывать деньги, никто не знает. Это очень важный момент, да, поэтому если вы хотите пойти поработать на биржу или к брокеру и потратить там довольно большое количество времени и получить аттестат,
вы должны себе задать вопрос, зачем вы это все делаете, да, потому что, ну, как там деньги зарабатываются, вам не расскажут. Соответственно, прыгаем дальше. В 2010 году появилась идея, собственно, TS Lab дать людям, да, не то, что мы там сидим, программируем, и все, и торгуем, и все у нас прекрасно и замечательно. У нас там была высокая светлая идея дать все это людям, и, собственно, основной посыл — это визуальное программирование. Костя большой молодец, он показал, как на кубиках все это прекрасно и быстро делается. Вот, и когда мы это все людям дали, получился такой лавинный эффект. Да, прибежали и программисты, прибежали и, собственно, люди, которые не умеют программировать, и всем было интересно. И что самое интересное, на этих кубиках до сих пор идет волна за волной. Да? То есть если приходит программист, им эти кубики не нужны. Они сразу начинают кодить, но потом постепенно, видя, как делаются эти кубики, они во всю эту историю вовлекаются. И постоянно происходит такой волновой эффект. Мы на него не ожидали. То есть люди, которые не умеют программировать, с помощью кубиков начинают торговать и потом учатся программировать. А те люди, которые умеют программировать, они пишут код и все равно потом приходят к кубикам. Вот это просто вот из забавного, как жизнь это все вот расставляет до сих пор. Нету единого мнения, что хорошо, что плохо, но кубики — это как лего. Вы в любой сложный алгоритм можете быстро накидать, протестировать и посмотреть, что будет. Никакой сложности, уверяю вас, в этом нет. Просто нужно усидчивость и тратить какое-то время на всю эту историю. Значит, основной посыл вот до сегодняшнего времени, я сказал, это визуальное программирование. Да? Все, разобрались. Мы поняли, что появляются такие люди, как Константин, и они могут без, в принципе, нашего участия, разработчиков TS Lab, взять, освоить эти кубики. И, пожалуйста, вот человек целый бизнес родил, да, там, со своими партнерами, когда они делают роботов и предлагают другим. Соответственно, наша следующая цель, да, вот в TS Lab, это некий уже магазин роботов, некая витрина, да, и основная теперь задача немножко другая, да, то есть мы решили задачу получения авторов, которые могут породить этих роботов. Соответственно, наша задача дальше на ближайшие, так сказать, несколько лет дать возможность авторам своих роботов продавать. А те люди, которые не хотят учиться программировать, не хотят учиться разбираться в трейдинге, они, допустим, какие-нибудь врачи или юристы или еще кто-то, но с течением времени обычно у людей есть излишки, они хотят эти излишки куда-то там, значит, засунуть, то, пожалуйста, да, должна быть возможность прийти, выбрать таких вот ребят и на какое-то количество роботов накинуть какую-то свою сумму и получить некий результат. Вот это, собственно, наши ближайшие, как бы, цели и задачи после того, как мы сделали TS Lab, это магазин. Коротко вот так вот. Да, Андрей, спасибо. Тогда перейдем сразу к секции вопросов. Смотрите, Андрей, вы из нас самый опытный, и я бы попросил вас подвести такой некий итог. Вот, например, со стороны, когда пользователь слушает наш, может сложиться такое, как сказать, небольшая каша в голове возникнуть, то есть кто, кому нужны роботы Kucoin, кому нужны, значит, услуги White Waters, кому нужен TS Lab. Можете вот разграничить целевую аудиторию и такой краткий портрет клиента нарисовать под каждую аудиторию для этих услуг? Да, конечно, смотрите, вот сейчас такая хорошая ситуация, вот на столе лежит как бы три продукта, да, и вы должны понять, какой продукт ваш. Вот для самых начинающих ребят, пожалуйста, вот есть KuCoin, биржа, понятно, как туда закинуть средства, понятно, как там начать жить, поддержка, все сделано для начинающих ребят, вот они, роботы, да. То есть максимально быстро и понятно войти как-то в крипту, да, и что-то начать делать, вот KuCoin, пожалуйста, вам. Дальше, соответственно, если вы уже попробовали, и вам хочется, ну, как сказать, это не то чтобы игрушки, но первое знакомство, назовем это так, да, хочется копнуть глубже, пожалуйста, вот, но важный момент, вам не хочется разбираться и тратить очень много времени, да,
у вас есть основная работа, вы там зарабатываете деньги, вы уже там, не знаю, состоявшийся врач, да, и, грубо говоря, врача заставить погрузиться в финансы и делать там роботов, ну, наверное, это не очень хорошая идея, да. Поэтому для таких ребят есть вот White Waters, пожалуйста, Константин. Они взяли, понятно, что взяли TS-Lab, на базе TS-Lab делают роботов. По крайней мере, это уже некая какая-то технология. Вот. Соответственно, TS-Lab, хорошо, вот это люди, которые готовы погружаться еще глубже, да, которым уже не хватает функционала, они хотят какой-то свободы, они хотят там не 10 роботов, а там 110, да, на TS-Lab, например. Большое количество сейчас клиентов запускают не то, что роботов там 100, они там 500 роботов, по 1000 роботов запускают, да, это некий кит такой, да, плывет по рынкам, плантон собирает, и в итоге на выходе за месяц получается, ну, интересная сумма. Понятно, что когда у тебя там 5-10 роботов, это одна история, да, а когда у тебя там 500 роботов и 1000, это совершенно другая история. И, ну, к этому приходит там через 2-3 года общения и во всем этом. Я совершенно не рекомендую там сразу хватать этот TS-Lab и с шашкой наголо, значит, побежали, всех победим. Нет, пожалуйста, вот есть готовые роботы KuCoin. Хотим копнуть глубже, пожалуйста, вот White Waters. Хотим еще глубже, пожалуйста, вот TS-Lab. Ну, коротко так. Да, Андрей, сейчас в голове немного по полочкам все уложилось. Никит, как у тебя дела? Вот у меня в связи со всем этим как раз-таки вот вопрос возникает. Вот какими минимальными знаниями или опытом в крипте должен обладать человек, чтобы самостоятельно создать своего первого робота, ну, который будет приносить пусть небольшой, но стабильный доход там 30, 40, 50, может быть 60 даже процентов в год, допустим? Ну, смотри, прежде всего здравый смысл никто не отменял. Это как бы базовая такая история, да? Дальше должны быть какие-то наклонности у человека технического свойства, да? Ну и математика там, не знаю, первого класса имеет место быть, да? Если человек там может там сложить, процент какой-то взять, понять, что такое сложный процент, больше никакого там, никакой сложности нет. Дальше ваша усидчивость и желание, вообще говоря, во все это погружаться, да? Потому что если вы сделали шаг, два, три, там, ну, полгода у вас не получается, ну, наверное, лучше как бы это оставить, да, дело. Не нужно мучить себя. Если вы вгрузились во всю эту историю, начало получаться, вы не теряете деньги, уже хорошо. Но это не значит, что вы там прям сразу озолотились. Нет. Но в течение там полугода-года, ну, вполне возможно, не умея программировать, начинать получать там свои там, скромно сейчас скажу, 3-5% в месяц, да, не сильно зарабатываю, потому что я понимаю, что на крипте все там 100 иксов, привыкли сразу получить 1000, это все, конечно, прекрасно, но в итоге вот эти вот все как бы разговоры, они ведут к разорению, да, там я там 1000 иксов сегодня получил, а завтра эти 1000 иксов слил, в итоге на выходе 0 от бублик, да, то есть, ну, вот такая вот суровая реальность. Да, спасибо за ответ, Андрей. Еще у нас есть вопрос от пользователя, очень интересный, на мой взгляд. Используете ли вы искусственный интеллект в своих торговых роботах? И какие инновации вы планируете внедрить в ближайшем будущем? Смотрите, у меня вот есть как бы два ответа на этот вопрос. Первый максимально человеческий и простой, да? Вот смотрите, когда мы с коллегами делали роботов, мы их там тысячами, наверное, сделали, да? И как только кто-то кому-то прибегает, да, мы прям видим, у человека в глазах баксы светятся, да, все, вот он схватил там бога за бороду, да, он хакнул весь мир, сейчас там нам, мы сейчас озолотимся, да. Вот как только вы это все чувствуете в себе, все, это первый признак, что вы где-то ошиблись, да, где-то ошибка, надо ее искать, да, вот. Очень важный такой момент, да, как только вот баксы светятся, все, вы где-то ошиблись. Соответственно, подводя эту аналогию к вашему вопросу про ИИ, да, вот обманываться я бы рад, я уже много лет обманываюсь, да, я до сих пор, смотрите, про ИИ, да, вот про обманываться и про ИИ, да, так как я уже наобманывался, уже там второй десяток лет обманываюсь, я честно вам скажу, до сих пор не вижу каких-то поползновений в эту сторону, да.
Теперь вот про цифры такие интересные. То есть я хочу сказать, что по большому счету у нас до сих пор нету технологий в руках, чтобы какой-то более-менее осмысленный ИИ делал нам роботов. Объясню. Значит, вот у нас человеческое тело потребляет где-то 100 ватт в час. Из этого мозг человеческий потребляет 20-30 ватт в час. Следим за цифрами, да? Значит, я с 18 года довольно сильно погружен в майнинг на видеокартах. Значит, одна современная видеокарта 4090 сейчас потребляет где-то 0,5 киловатта. Я примерно прикидывал, чтобы сделать мозг на видеокартах кошечки или собачки, ну, я очень так образно говорю, да, то нужно примерно морской контейнер заполнить видеокартами, да, это примерно там 10 тысяч видеокарт. Вот внимательно следим, да, за цифрами. 10 тысяч видеокарт, когда одна кушает 0,5 киловатта, это, грубо говоря, 5 тысяч киловатт. И это мы получаем только мозг кошечки или собачки при наших реальных технологиях, да. Соответственно, следим за цифрами. Мозг кошечки и собачки не может родить ни разу никакого осмысленного алгоритма по трейдингу, да. Соответственно, у нас разрыв системы. То есть, грубо говоря, мы имеем морской контейнер, который жрет 5000 киловатт в час. Грубо говоря, вы умножите 5000 киловатт в час на стоимость своей электрички. Вы просто офигеете, сколько это в час кушает денег. Да? И мы имеем человека, который может, грубо говоря, на 20-30 ваттах создавать, ну, очень крутые вещи. Да? Соответственно, до сих пор человечество не знает, как устроен, грубо говоря, даже квадратный сантиметр или там кубический сантиметр мозга, сколько там туда, сколько всего напихано и сколько это потребляет в ваттах. То есть у нас нету технологий, понимаете? Поэтому, когда вы задаете мне вопрос, Андрей, когда же у нас там, значит, все эти ИИ придут на рынок, их всех завоюют и заработают кучу денег, ну, пока они не придут, потому что нету технологий. Существующие там видеокарты, процессоры и так далее – просто экономически невыгодно их использовать, чтобы для трейдинга. Ну вот, не знаю. Спасибо. Да, вот честный, честный ответ. Очень это резонирует, да, потому что мы все подвержены все равно информационному шуму, маркетингу, да, что вот и сейчас он изменит мир, все будут роботы разрабатывать искусственным интеллектом. Хорошо, когда человек с таким опытом может опровергнуть вот этот вот это заблуждение, которое сейчас есть. Я вижу, что у нас вернулся Константин, и это замечательно. Константин, задашь вопрос тогда Андрею? У тебя есть к нему вопрос? Вопрос Андрею? У меня вопрос Андрею был про платформу TSverse. Да? Расскажи мне, пожалуйста, более подробно, как White Waters, я не знаю, может, он уже отвечал, просто меня не было, как нам, как профессиональным трейдерам, заработать деньги и вместе с TSverse, с платформой. Понял, понял. Смотри, у нас уже под капотом довольно много команд, которые сидят, себе деньги там зарабатывают, и никто в мире о них не знает. Они постоянно в нас палкой тыкают и говорят нам, вот то нужно, все, пятое, десятое, да? Вот, и, соответственно, родился некий проект, который TSverse называется, да? Это, собственно, там будет и магазин, и витрина, и что только там не будет, да? И авторы смогут там своих роботов выставлять, и простые, так сказать, ребята могут прийти там это все взять себе и запустить. Но основная идея этого TSverse – это распределенный TS-лаб, да? То есть эти, даже уже сейчас у многих клиентов не одна биржа, а несколько. Соответственно, если ты берешь TS-лаб и снимаешь виртуальный сервер поближе к бирже, у тебя уже выигрышная ситуация, потому что лаг между сигналами меньше, исполняются роботы лучше, ты молодец. Соответственно, дальше у тебя стоит какая задача? Тебе нужно понимать, где у тебя по миру натыканы эти TS-лабы, и ты хочешь, грубо говоря, из одного места управлять деньгами, куда что, какие лимиты накидывать. Да? Соответственно, уже внутри
TS-верса, есть там передатчики, есть много всего там на вертеле. Мы постепенно простым людям все это будем рассказывать, показывать и эти технологии давать, да, потому что, ну, все начинают с простого, берут TS-лаб, потом все время усложняется, появляются команды, которые берут деньги в управление, ну, и там у них еще там 100-500 хотелок вдруг сразу резко. Вот TS-верс коротко так. Много TS-лаб общаются между собой. Да, хорошо. Константин, давай тогда вернемся к вопросам наших пользователей, да, к White Waters. Соответственно, мы остановились с тобой на вопросе по поводу международной экспансии. Расскажи, пожалуйста, есть ли намерение выходить на международные рынки или пока планы только СНГ? Ну, на этот вопрос я уже ответил в прошлый раз. Прервалось все, когда начал показывать, как волатильность отрабатывает наша торговая система. Да, извиняюсь, третий вопрос должен быть. Да. А, получается, как основная платформа справляется с волатильностью рынка и как это влияет на торговлю на KuCoin? Все верно, вот этот вопрос. Да. Смотрите, первое, что я хотел бы сказать, это то, что вот смотрите, у меня сейчас упал интернет. Нет ли опасности, что когда у меня упал интернет, что вся наша торговая система слетит и все будет плохо? Нет, такого не может произойти, потому что у нас есть несколько серверов, которые расположены по всему миру, и вот то, что меня сейчас не было, наши риск-менеджеры, они все равно следят за торговой системой. И если она падает, например, в Токио, да, то наша торговая система в Швейцарии автоматически подцепляет все сделки всех клиентов, и торговля продолжается. То есть у нас есть различные сервера, в том числе с основными серверами, которые обеспечивают безопасность инфраструктурную для торговли на счетах клиентов. Вот. Это первая ремарка, скажем так. А сейчас хотел бы вернуться как раз к презентации и показать, как торговая система отрабатывает волатильность. Видно ли сейчас? Подскажите, пожалуйста. Пошла. Есть. Да. Супер. Соответственно, это торговый робот, которого я уже показывал. Он находится в позиции сейчас по эфиру. Вот он находится по 2.34, у него позиция взята. И я хотел показать, как он отрабатывал стресс на рынке, когда банкротились банки, связанные с криптой в марте этого года. Соответственно, если кто знает или не помнит, то у нас в марте этого года был очень сильный стресс в системе. Тогда один из крупнейших банков, работающих с криптовалютными компаниями, SVB Bank, он подал заявление о банкротстве, и тогда крипта очень сильно упала. Сейчас я покажу, как это все отразилось на нашей торговой системе. Сейчас попробуйте наблюдать все сделки, которые были сделаны этим роботом. Вот я дошел до марта. И вот этот участок, это было как раз 8-6 марта, стояло в узком диапазоне, и вот было падение от 1540 до $1400 по эфиру. Соответственно, робот здесь заходил в продажу, и на этом падении робот заработал. То есть, упростить, скажем так, визуальное восприятие, соответственно, то вот этот момент, это был крах SVB банка. То есть на волатильности наша торговая система зарабатывает деньги. И когда, например, в августе был сильный пролив крипты, вот этот в августе сильный пролив крипты, мы на этом точно так же сделали деньги. То есть, отвечая на вопрос клиента, волатильность – наш друг. Чем больше у нас волатильности, тем лучше отрабатывают торговые системы. Да, спасибо, что показал это все наглядно, то есть, что это не просто слова, да, а это подкреплено графиком, подкреплено конкретными действиями. Это всегда
более доходчиво. Хорошо, переходим тогда к следующему вопросу. Вопрос от пользователя с ником Прочный. Хотелось бы узнать, когда мы находимся на медвежьем рынке, расскажите, как можно сохранить свой баланс и не потерять активы, используя ваши разработки? Очень хороший вопрос. Значит, прежде всего, мы работаем со стейблкоинами, да, то есть основной капитал клиента держится в USDT. И мы на эти USDT покупаем либо продаем биткоин в зависимости от того, что будет происходить на рынке. Соответственно, когда мы не торгуем, то мы не зависим от рынка никак. Вот. На медвежьем рынке, соответственно, мы зарабатываем на падении, и в прошлом году мы сделали, получается, 19% доходности за 2022 год. То есть лучшим способом это извлекать из медвежьего рынка прибыль. Да, то есть зарабатывать, что можно не только на бычьем рынке, да, но и на медвежьем рынке. Под каждый рынок есть своя стратегия, и это отличает любителей от профессионалов. Хорошо, тогда идем к следующему вопросу. Финальный вопрос от пользователя с ником Edward554. Чем проект Whitewaters Capital отличается от других похожих криптопроектов? Какую особенность вы добавили в свой проект, которая делает его самым уникальным и лидером рынка? Очень хороший вопрос, спасибо большое. На самом деле сейчас классных алгоритмических криптопроектов в рынке очень мало. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. И то, что мы приносим на рынок, по факту, это уже существует на классическом фьючерсном рынке уже в течение 50 лет. Да? Но надо понимать, что классические фондовые рынки существуют 400 лет, а криптовалюта 15. То есть рынок еще очень молодой. И серьезные игроки именно в алгоритмическом трейдинге сюда еще не пришли. И вот это наша основной поинт – это то, что мы профессиональные игроки на фондовом и фьючерсном рынке и пришли сюда с этими технологиями, пока еще никто не пришел. И то, что я сегодня рассказывал, в том числе деление капитала, обучение роботов – это все и есть наше УТП, а такого просто пока никто еще ничего не делает. Окей, спасибо, Константин. Ребят, в принципе, на этом основная часть нашей АМА-сессии закончена. Может быть, у вас есть какие-то еще финальные комментарии, пожелания к нашим пользователям? Антон, я, честно говоря, хотел тебя поблагодарить, потому что ты вгрузился в довольно такой, ну, технически такой занудный проект, да, вот эта вот математика, роботы какие-то, да, я помню, мы когда с тобой разговаривали, да, и ты как бы, ну, мычал что-то там в трубку, да, и как бы сейчас произошел довольно такой большой скачок, да, ты осознал, что мы делаем, дал нам возможность выступить, тебе большое спасибо, респект. Я надеюсь, будем дальше вот эти вот всякие митинги такие подобные проводить. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, ребят. Реально было очень интересно. Узнал много для себя нового, действительно, за крайние вот эти вот несколько недель. Были очень у вас интересные выступления сегодня. Я думаю, слушатели с нами согласятся. Поэтому на сегодня у нас все. Большое спасибо слушателям, что продержались так долго. Уже 1:40 работаем. Нелегко. Информация не самая простая. Поэтому вы все большие молодцы. Всем большое спасибо. Всем хорошего вечера. И увидимся. До скорого.